И сегодня среда, время молитвы за исцеление, за освобождение. Это наследие твое и мое, дорогой брат и сестра. На прошлой неделе один из наших братьев, ответственный за посещение военного госпиталя, позвонил мне и попросил меня с братьями поехать к одной женщине, которая находилась там. И он мне говорит, она открыта к Евангелию. Видно, что Бог что-то делает в ее жизни. И она после операции лежит там, у нее подозрение на онко. И она говорит, видно, так готова, знаете. Мы приезжаем туда, нас встретила эта женщина. Она сразу нам начала говорить, что я знала Иисуса, я принимала водное крещение, я была в церкви, но давно отступила. И в том диалоге, который мы начали, мы говорили с ней уже как с понимающим человеком. И она за период своего отступления дала очень много законных оснований для дьявола. Она обращалась к оккультным практикам, бабки, гадалки, карты Таро, различного рода оккультизм. И также в ее жизни были обиды. И когда мы начали общаться с ней, я говорю ей, что послушайте, мы будем молиться за ваше исцеление, но прежде давайте мы разрушим все проклятия, которые вы сами навлекли на свою жизнь. И она согласилась. И когда мы начали молиться с ней, в ее духе внутри прозвучало слово, она нам озвучила его, и он сказал, что он никуда не уйдет, сказала она. И мы поняли, что она одержима. И мы начали уже, когда общение, бес уже прямо говорит, я никуда не уйду, я говорю, ты обязательно уйдешь. Мы продолжили, мы молились за нее, она получала свободу, но в связи с тем, что ее физическое состояние после операции было слабым, мы перенесли встречу на среду и говорим, приезжайте в среду, мы продолжим. В среду мы помолились за нее. После всех этих молитв она была освобождена от демонического угнетения. Пришел ее врач, ее гистология полностью чистая. Послушай, ее внутренности, они зажили. За болезнью стояли бесы и разрушали ее жизнь. Но сегодня она в этом зале, она здорова, она на пути к восстановлению отношений с церковью, с Иисусом. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И как по-прежнему свирепствует дьявол, придя через грехопадение болезнями, проклятиями, Бог также являет себя сильным, потому что Он не оставил нас безоружными. Он снарядил тебя, церковь. Послушайте, история записана в Евангелии от Луки. Написана в одной из синагог. Учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал ее к себе и сказал, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возглашал.